Привет всем любителям мобильного интернета. Сегодня пятничный вечер 11 октября. Ну и видео приколов. Первая часть марлезонского балета. Ну, все вы знаете, ну или кто в теме, что 968 поставляются китайскими друзьями в двух исполнениях. Это которые поддерживают eSIM и которые не поддерживают eSIM. Ну, чисто в теории, скорее всего, там стоит чип eSIM. Ну, даже не в теории, а там однозначно стоит eSIM, его можно активировать. Но я таких манипуляций с ним не делал. И сейчас покажу, в чем прикол. Вот. Ну, начнем с 968, который поддерживает eSIM. Ну, я могу даже секундомер включить для того, чтобы видео было максимально правдоподобным. Вот. Чтобы никто не сказал потом, что Леонидыч там что-то намонтировал. Значит, 968-й с поддержкой eSIM. Ну, смотрим диспетчер задач. Как у нас там он определяется. Так, в какой композиции он там сидит-то у нас? Он сидит у нас первой композиции. Ну, несмотря на это, eSIM мы видим, да, то есть неважно там в какой композиции он сидит, в любом случае eSIM мы увидим, то есть что в первой, что в третьей. Ну, можно ради прикола переключиться на третий кастомер, чтобы он в диспетчере задач у нас отображался как 968 eSIM. Ну вот, DWW5821 eSIM, бла-бла-бла и т.д. и т.п. Вот то же самое, заходим в параметры сотовой сети. У нас идет подключение. Подключились. Ну давай. Ку-ку. Не хочет. Ну ладно, еще раз откроем. Параметры. Сотовая связь. Сотовая сеть. Сотовая связь. Ну вот, то есть мегафон. Вот у нас SIM и eSIM, соответственно. То есть переключаемся на eSIM. У нас тут есть управление профилями. Там можем добавлять эти профили. Как бы с этим все понятно, да, с модемчиком, который eSIM поддерживает. Смотрим тот, который без eSIM и не поддерживает eSIM. Сейчас покажу приколюху. Чуваки с 4PDA там с ума, наверное, сойдут. Ну вот, 5821. Смотрим. То есть композиция с eSIM, кастомер. Ну, ради интереса посмотрим, что у нас там за кастомер стоит. Ну, третий тоже. Вот, третий кастомер стоит. Заходим в параметры сотовой связи, сотовой сети. Ну,
мы видим, что у нас тут нету второй симки, да, то есть симка одна. Ну вуаля, у нас есть профиль eSIM. И мы эти профили можем добавлять. Вот, можем, допустим, прекратить использовать. Вот у нас раз, сеть отрубилась. Включили. Сеть у нас включилась. Хорошо. Давайте переключимся какой-нибудь в customer, который, ну, явно не должен поддерживать eSIM. Это там первый или седьмой. Ну, давайте в седьмой, в кастрата. Переключимся, у нас будет там 5829. А-ля кастрата. А-ля имитация кастрата. Ну вот, 5829. Тут, соответственно, без eSIM. Без eSIM. Все нормально, все замечательно. Переходим в параметры сотовой связи. Давайте закроем, откроем заново. Сотовая связь, сотовая сеть. Ну, мы видим, что у нас выбора второй симки нету, eSIM-ной, но управление профилями у нас остались. Ну, кому интересно, в чем прикол, ставьте лайки. Ну, не знаю, там, может быть, штук 100 поставите. Выпущу вторую часть. Всем пока. Удачных выходных.